как я обещал, эксклюзивное интервью. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр Пучков. Сейчас мы находимся на Таймс-сквер. Вот, собственно говоря, сейчас такая атмосфера у нас. Сегодня достаточно тепло, в районе плюс 26 градусов. Одеты мы вообще не попадаем. Вот, значит, слушаю ваши вопросы. А с какой целью вы приехали в Америку? Вообще начнем с того, что, наверное, это была мечта детства. Я много где был до этого. И все-таки, наконец-то, я приехал сюда. Сейчас я здесь нахожусь с января. Сегодня у нас 1 апреля. Да. Вот. Приехал в Нью-Йорк, потому что нет документов. Вообще, изначально я ехал в Калифорнию, вот, но у меня тут нарисовались друзья в Филадельфии. Сначала я приехал сюда и потом перебрался в Нью-Йорк. И вот здесь я уже, наверное, 2 месяца где-то присутствую. Как вы получили визу? Визу я получил в Москве, в американском консульстве. Визу дали с первого раза, в принципе, интервью длилось недолго, в районе 1.5 минуты. Какие документы вы подготавливали для подачи на визу? Для подачи на визу документы были справка с банка, со счета. Присутствуют деньги на счету, да, абсолютно верно. Потом справка с места работы, что ты работаешь уже больше года, и ты зарабатываешь нужную сумму, достаточную, чтобы обеспечить себе жизнь в Америке. Ты должен указать, куда ты едешь конкретно, насколько ты едешь конкретно, и есть ли у тебя родственники, либо какие-то знакомые или друзья на территории США. Вот. В принципе, а вы делали через туристическую фирму документы или делали сами? Да, я обратился в организацию, это не туристическая фирма, это именно организация, которая занимается подачей документов в американское консульство. Хорошо, давайте пойдем дальше. Что по поводу, нравится вам Америка или нет? В Америке, да, неплохо. Отдыхать сюда в любом случае стоит приехать каждому, если у кого-то есть такая возможность или мечта. Насчет того, стоит ли здесь остаться жить, это, в принципе, я думаю, дело каждого, да. Кому-то здесь нравится что-то, кому-то нет. У кого какие приоритеты, у кого какие возможности, либо на родине, либо здесь. То есть это все индивидуально. Вообще, что вы думаете об Америке? Как вам здесь? Как люди, как культура американская? Вообще, я сначала... Если сравнивать именно с Россией, с российской точки зрения. Люди немножко другие, но, в принципе, я себя здесь чувствую достаточно комфортно. Ничего плохого сказать не могу. Люди неплохие, просто они другие, не такие, как у нас. И все. В принципе, как и в любую... В каком плане они другие? Они более здесь, более открытые, более... Отношение к жизни у них другое, отношение к каким-то делам, каким-то принятиям решения каких-то вопросов. Еще раз? Можно поподробнее? Американцам им, в принципе, все равно, вот если обратите внимание, да, посмотрите, как они все одеты. Они все выглядят достаточно, ну, скромненько, простенько, да. Они не заморачиваются особо над тем, как они выглядят. Люди, которые здесь живут, они могут выйти, там, я имею в виду девушки, без косметики, в магазин или куда-то, да, если, допустим, в России, там, или в странах СНГ это себе меньше людей позволяет, да, то здесь это, вообще это нормально, в принципе. Свободно вступают в контакт с незнакомыми людьми, свободно общаются. Неважно, какое у тебя знание языка, неважно, откуда ты приехал, кто ты по национальности, какой сексуальной ориентации и так далее. Смотри, сейчас у нас здесь свадьба еще происходит. Да, вот, ребята, я чуть-чуть перевернусь, отвлекемся на секундочку. Вот это американская свадьба. Вейдинг. И мне сейчас устроить здесь фотошут. Ладно. Вот многие у меня спрашивают, как люди, как американцы относятся к русским, в частности. Потому что политика, она везде, везде ее затрагивают. Многим это интересно. Я бы хотел узнать твою точку зрения. А американский народ, они не лезут во внешнюю политику. Они, их интересует больше то, что у них происходит в стране. То есть и негатива какой-либо нации, какому-либо государству у них нет. Они относятся ко всем без исключения нормально. И вообще, вот мы сейчас находимся в Нью-Йорке, да, этот город, в принципе, вообще Америка – страна иммигрантов. И город Нью-Йорк, здесь очень много приезжих. Здесь, мне кажется, здесь приезжих больше, чем самих американцев. Поэтому никакой вражды, никакого негатива ни у кого нет. Все относятся нормально, у всех хорошие отношения, я думаю, и на работе, и везде, и на улице. В принципе, все хорошо. Что ты думаешь по поводу русского комьюнити в Америке?
участвует в Нью-Йорке. По поводу русского комьюнити? Да. Ты имеешь в виду Брайтон Бич, Кони Айленд, да? Ну, не Брайтон именно в частности, а в частности русскоязычный народ, как они между собой ладят здесь. Ну, вообще где-то, наверное, мне кажется, по моей статистике, не 50 на 50, где-то 70 на 30. 70% готовы помочь и готовы как бы что-то тебе подсказать, какие-то отдельные советы. А 30% по ходу, может, опираясь на свой какой-то горький опыт, не готовы помогать и могут даже подставить тебя здесь. Также и с работой, и с любыми другими вопросами. Для людей, которые приехали сюда без документов, да, либо нелегально находятся? Да. С работой, в принципе, работу найти можно. Работу найти можно, вот. Единственное, что зависит от того, чем вы готовы заниматься. То есть, если вы готовы, не боитесь тяжелого труда, да, не готовы взяться за любую работу, то, в принципе, наверное, без проблем, я думаю, разберетесь, найдете работу. Единственное, что минимальное знание английского все-таки обязательно. Скажите, пожалуйста, что вас самое сильное удивило в Нью-Йорке? В Нью-Йорке меня удивило приезд на Манхэттен. Как бы до этого я столько высоких зданий не видел. Вот. Теперь я их вижу буквально каждый день. Недели, да? Каждые две недели теперь уже, да. Но до этого я работал на Манхэттене и видел это каждый день. Для меня это уже вошло как бы в привычку видеть такие билдинги и так далее, да. Массы людей и такую движуху, да, регулярную. Вот. Сейчас я приезжаю сюда реже и... В принципе, каждый раз, когда сюда приезжаешь, приятно посмотреть на что-то. Это вызывает у вас эффект вау, да? Вызывает эффект вау, это больше первые, наверное, разы. Сейчас это просто нравится. Это просто как бы ты принимаешь это как должное, но тебе это по-прежнему нравится. Эффекта вау я бы не сказал, что вызывает это каждый раз, но все равно это, на это приятно посмотреть. Последний вопрос. Это как бы продолжение к следующему видео. По поводу нашего нового сотрудника. Ага. Сделай как бы маленькое превью, чтобы люди понимали, о чем будет речь. Да, я вас понял. Сейчас, значит, как вы все знаете, я веду трансляции из Нью-Йорка. Мы ведем. Можете и в одной из трансляций. Себя. И в одной из трансляций, кстати, да, сразу скажу, я не знаю, как правильно назвать это. Ссылка на мой Перископ. Будет в описании здесь сейчас. Мы потом сможем вставить, да, окошечко? Да. Вот, подписывайтесь так, что наблюдать будете за жизнью в Америке. Ну и, в принципе, за тем, чем мы вообще занимаемся здесь. По поводу нового сотрудника. Да. В общем, в одной из трансляций как-то раз мне обратился человек с просьбой взять его на работу. Я ему сказал, как бы, ну, я помогаю людям, думаю, почему бы и нет. Я ему сказал... перейди по ссылке, напиши мне private message, и мы с тобой, ну, обсудим дел, да? Вот. Он написал, мы с ним списались, я ему помог с работы, он вышел на работу. Как бы до этого я не знал его, не видел, не слышал о нем ничего. Мне было все равно. Вы просто узнали его в Перископе, да? Да. Он был у вас в трансляции. Да, он просто был у меня в трансляции, причем он не постоянный мой зритель, да? Он просто человек, который рандомно по ходу зашел и всех подряд опрашивал. Из всех людей, к которым он заходил и спрашивал насчет работы, помог ему только я, получается. Вот. За что он мне, надеюсь, все-таки благодарен, да? Правда? Илья. Я тоже надеюсь на это, но... Зовут его Илья, мальчик из Беларуси, ему 26 лет. Чтобы попасть в Америку, он обратился сначала в консульство белорусское в городе Гродно. Ему отказали в визе два раза, после чего он принял решение приехать все равно в Америку, только другим путем. Он приехал в Мексику, там сдался на границе властям, сказал, что его обижают и преследуют в своей стране. Его обещали доставить в Америку под одним условием, что ему нужно будет отсидеть в тюрьме. Он отсидел в тюрьме 3 месяца. Условия были, я точно не знаю какие, но вроде говорит, что... Жить можно, терпимо. Ну, в итоге он все-таки... Он через это, через все прошел. Потом его высадили где-то в Америке, я не помню, в каком городе. Без документов, без денег, без всего. И в итоге он перебрался со временем в город... Какой он город? В Нью-Джерси. Или Филадельфию. Он в Филадельфию приехал. После Филадельфии он переехал в Нью-Джерси. И сейчас он работает в Нью-Йорке пока что. На данный момент. Что с ним будет дальше? Скажешь по поводу его характера и его отношения к жизни. Человек, я думаю, как бы он клиент, и за это я хотел бы узнать твое первичное мнение. С одной стороны, человек открытый, с другой стороны, он замкнутый. Да? Человек занимается, увлекается с детства IT-технологиями,
Вот, он айтишник, он занимается программированием. По образованию юрист. Школу закончил кое-как. То есть, вроде более-менее не глупый парень, но только в своей сфере. В сфере высоких технологий, и да. Химических реакций. Как сказать, наркотиков, нет. Химических реакций, назовем это да. Так, допустим, да. Вот. Сильно плохого не будем про него говорить, и вообще мы про него уже много разговариваем. Я думаю, это слишком много чести для него, поэтому я думаю... Скажи, что будет, когда люди увидят его интервью? Какое будет впечатление, как ты думаешь? Вообще, я думаю, что его уже видели, я его показывал уже в Перископе. Да, но как бы на Ютубе люди его пересмотрят, и как бы там более подробно и обширно мы обсудим. Я не буду ничего говорить, просто пусть будет как будет. Да, мы посмотрим сами, да. Я не буду зарекаться. Все, пожелаю всем удачи. Всем удачи, ребят. Подписывайтесь на нас, следите за жизнью и событиями из Нью-Йорка. Всем пока.